здесь и сейчас, то есть смотрите, ребят, бывает состояние, вот мы все любим говорить, да, здесь и сейчас, в процессе. Но здесь и сейчас это, я вам приоткрою такую вещь, что это дверь в другое состояние, и оно более глубокое. И оно более глубокое, но вот эта вот глубина, это очень длительный коридор к следующему состоянию. То есть смотрите, вот здесь и сейчас, вот смотрите, здесь и сейчас это то состояние, где мы находимся в процессе чувствования. Чувствование то, что идет здесь. Чувствование то, что идет через ощущение, вот это вот чувствование. И вам не нужно проецировать какие-то планы, вам не нужно о чем-то думать. То есть у вас все складывается так, вы прочувствовали, что вам нужно. Это когда вы схватываете состояние чувствования, и вот на этом состоянии чувствования вам не нужно строить какие-то дальнейшие планы. Вам нужно прочувствовать, что бы я хотела, как бы я хотела себя чувствовать там через месяц, через год, там еще что-то. Оно приходит моментально. И ты его, это чувствование, отпускаешь, и после этого чувствования идет, как весь мир, как по пазлам начинает складываться все процессы, чтобы ты жил так, как ты почувствовал себя. Вот. И это как раз то состояние, когда здесь и сейчас, когда тебе не нужно заморачиваться что-то там и вот уходить в сложность, в ложность вот этого. Вот. И оно клевое состояние. И очень многие на нем остаются, очень многие возвращаются к еде, чтобы быть вот в этом состоянии. Я их прям вообще прекрасно понимаю. Оно кайфовое, оно лайтовое, и ты себя чем-то начинаешь выводить в эти состояния. То есть, ну, например, я сейчас вывожу себя вот в эти состояния, начала отловить баланс через железо, через прям, через зал, через железо, прям через очень много спорта. И вот ребята, которые меня знают, они понимают, что ну, в моем процессе дневном его действительно дохера, вот. Что, наверное, бы среднестатистический человек, он бы не выдержал, он бы через неделю бы просто бы под капельницами лежал, потому что действительно там обычный организм бы на износ был. Но я так сейчас, может быть, у меня потом изменится мое восприятие, так сейчас возвращаюсь здесь сейчас. Но после здесь и сейчас есть то состояние, когда ты его уже прочувствовал, ты причем можешь здесь и сейчас прочувствовать разово, то есть не понять, что это такое, а разово, и потом раз, и как будто бы как сорвался, и начинаешь падать. И есть вот этот коридор. Есть вот этот вот длинный-длинный коридор, когда ты понимаешь, что все, что здесь происходит, ты все это знаешь.